Спасибо. Правда, меня мучает до сих пор просто дико. Я вот не знаю, то ли от того, что я ем черешню зеленую, то ли до сих пор мне похреново от солнца, то ли непонятно что. Почему? Ну, до 48 часов. Вот это состояние обычно. Мне, кстати, посоветовали при вот таких солнечных ударах мыть голову домашним молоком. Слышали что-нибудь за это? Я вот нет. Девочка знакомая. Говорит, в таких случаях моют голову домашним молоком. Ну, типа, когда тепловой удар. Точно, ты же у нас доктор. Я решили... Ее, короче, лишили родительских прав, и она любит записывать истории по типу: «Доброе утро, сегодня выспалась, планы на день, планов на день пока нет». И вы понимаете, это каждый день. Я когда захожу в инсту, я уже знаю, что если зайти к ней, то можно узнать ее планы на день. Поэтому, ребята, планы на день. У меня еще руководитель и шачина просто, во-первых. Во-первых, мне, походу, сейчас нужно будет искать нового грузчика. Спасибо. Ничего себе, клевер не туда дарят. Мне мелкая недавно нарвала вот такие вот клеверочки, вот на вот такой палочке. И такая: «Спасибо, батя». И она мне такая: «Мамочка, это тебе букетик, а там букетик ногтями держать надо». То что, ну, такое, 50-50. Я утром еще пожрала зеленый черешню. Поэтому... Вот, и короче, и она меня заставляла внести это домой и поставить в вазу. Вы представляете, вот этот клевер вот такой вот так вот несешь. Да ну вкусно, я не могу дождаться, когда она созреет. Она когда зрелая у меня, я вот так захожу в огород, лицо поднимаю и, короче, ем прям с ветки ее. А ты представь, сейчас комбо-экономба, она зеленая, с ветки и грязная. А потом: «Блин, что-то мне плохо, я, наверное, отравилась». Клубнику вообще не мою. Просто сижу с грядки, она с грязью, понимаете, там кусок грязи больше, чем клубника. Побирала ей в рот. И потом: «Мне так плохо, ребята». Малину вместе с клопами нормально вообще заходят. Зеленые абрикосы, все вот это. Набор юного натуралиста. Нет, ну а что? Кто, если не мы? Попить типа полисорба вот этого вот всего? Не надо, пожалуйста. Мой организм юн, работает как часы. Кстати, у меня колено прошло, представляете? Вроде как. Ну, по крайней мере, когда сужусь, больше не делает больно мне. Но я на корточке еще не пробовала садиться. А так, я думаю, норм будет. Спасибо, истина, что мне сегодня все дарят цветы. Кстати, о цветах. Я забыла принести цветы в офис. Моя дырка. Пока-пока. Хорошего тебе дня. Не знаю. Она просто не работает.
Я на работе. Тебе не кажется? Вечером на тренировку поеду. Куда ходишь на танцы после тренировки? Не знаю еще, что буду делать. Да, танцы, обниматься. Одну секунду, мерчик. Та-ри-та-та. Да, давай на бабках, давай, накидывай, накидывай, накидывай. Да, я же говорю, накидывай. Не переживай, я переживу это. Конец 2000-х, тра-та-та. Почему? Нет, неудобно, я на работе. Да, естественно, давай накидывай, что ж ты стесняешься-то. Так, а что это все было откликом? Я секретарь.